На обзор в магазине покупал. Напиток сокосодержащий. Из яблок, вишни, грязь фрукта и ароматом черешни. Надо попробовать. Всем доброго времени суток, дорогие подписчики. Не, на десерт такой-то. Напиток сокосодержащий из яблоки, вишни, грязь фрукта и ароматом черешни. Две конфетки вафельные со вкусом тирамису и арахис. Глазурь. Вот напиток сначала попробовать, как он на вкус. Я люблю послаживать. Вкусненькие. Поэтому себе аппетит, что со мной сейчас ест. Люблю сладенькое. Не люблю так пить, обычно с бокальчика. Первый вкуснее. Конфетка. Вафельная. Сейчас салатик еще нарежу. Гречку отварю с гуляшом. Поесть тоже надо. Это просто десерт такой, сладенький.